Всем привет, друзья мои! Сейчас у меня неплановое видео. Почему неплановое видео? Потому что в очереди стоит очень много видео, которые я сняла до этого. Но, прочитав комментарии ваши, я долго не заходила на YouTube комментарии. И, прочитав ваши комментарии, я просто не смогла больше скрывать своих эмоций и не высказаться вам. Поэтому после этого видео будет те видео, которые я сняла до этого. Но это видео важная информация. Внимание, 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 можно так сказать. Прошу вас, моих добрых, адекватных подписчиков, не принимать это видео и обращение на ваш счет. Я вас всегда люблю, я всегда такая, какая есть. И спасибо вам большое за поддержку и за то, что вы меня понимаете. А это видео относится к другой половине неадекватных людей. Смотрите до конца, не переключайтесь. И извините за то, если я там буду говорить нехорошие слова. Но на 5-м году работы в YouTube я уже смотрю, что это нужно делать. Вы сами выводите. Друзья мои, сейчас вернулась по дороге, посмотрела ваши комментарии на предыдущее видео. Я, если честно, в шоке. Что с вами, люди, что с вами происходит? Почему вы пытаетесь кого-то обвинить в том, что происходит, нормальных людей, проживающих в других странах? Мы понимаем, что вы тоже хотите так же, чтобы светило солнце, как у нас. Но мы при чем здесь? Простые люди, которые... Сегодня мы здесь живем, в Турции. Неизвестно, где мы завтра окажемся. И что я буду проклинать и злиться на остальных людей? Куда вы падаете? Ни в коем случае не попадайтесь в эту струю негатива. Вы верите в Бога. А вы не знаете, что нельзя ни осуждать, ни желать никому зла. Где сейчас вера ваша в Бога? Одни мне пишут, что я облачилась в шмотки России. Извините, мои дорогие, если мне нравится синий цвет, красный, если у меня куплены 2 года назад вещи у моего мужа, я должна сейчас бежать в магазин и покупать другое? Вы что, охренели совсем? Я вне политики, и поэтому я не снимала видео. Как мне трудно бы не было, вам нельзя ничего показывать. Я не говорю это про всех, не берите это все. Есть нормальные, адекватные люди из России, из Украины, но есть ненормальные, неадекватные, потому что если пишут мне такое, я никого никогда ни на кого не смотрю, ни на кого из блогеров. Если вам нравится какой-то блогер, идите туда. Вы знаете вообще историю моего происхождения и откуда я? У меня украинские корни и польские, но я родилась в Грузии. Я прожила там 45 лет. Если бы не получилось то, что случилось, я бы жила в себе в Грузии, как бы трудно мне не было. Я бы не бежала в другую страну. Но я прибежала сюда на заработки. Но вот так получилось, что Бог посмотрел меня и оставил здесь, Турции. Но у меня даже в голове не было брать свои вещи, продавать квартиру, бежать в Турцию. И вы мне будете говорить о патриотизме? Кто будет мне еще говорить про патриотизм и кричать с другой стороны о том, как я люблю свою родину? Поэтому я вам не политики и не буду ни на какую тему разговаривать с вами. Хотите, отписывайтесь. Я не бегу за подписчиками, которые меня поливают грязью. Вы знаете, что я отошла от Ютуба не так часто сейчас, как раньше, да? Ну вот последнее время, может, я как-то загружаю видео, они у меня скопились очень много, и хочется свой негатив мне тоже высказать вам по поводу, свое мнение хочется высказать. Сейчас будете говорить, что она такая дерганая. Как же без с вами не будешь дерганой? Ой, боже мой, вообще я в шоке была от того, что вы прицепились к тому, что у меня свитер синего цвета с красными полосами белыми. Обалдеть можно.
И у мужа моего куртка такая. Вы что, друзья? И я знаю больше вас, что там происходит, потому что у меня сестра там. У меня родная сестра по отцу живет в Украине. У меня в самых точках, где рядом стреляют мои родственники, тети, дяди и сестры двоюродные, сидят в подвалах. Я больше вас знаю, я больше многих знаю о той ситуации, что происходит там. Но я адекватный человек, я никого не буду обвинять в том, что происходит, конкретно людей, потому что это политика. И я не буду кидаться на людей, будь то они украинцы, будь то они русские. И вы тоже остановитесь и думайте адекватно. Мы все люди, нас создал Бог, единый Бог. У нас нет нации, мы все люди. Вы ведете, не знаю, какую войну, национальную войну вы ведете, некоторые из вас. Если вы не хотите общаться, то сидите спокойно, вы же Божьи дети, вы же верите все в Бога. Но ведите себя достойно. Не ведитесь на разные пропаганды. Чего вы добьетесь, если вы знаете каждый свою правду? Мы все хотим мира на земле. Я тоже не хочу, чтобы бомбили Украину, где находятся мои родственники. Но я не буду ненавидеть тех людей, которые рядом со мной здесь, которые ни в чем не виноваты. Так что, друзья мои, призываю вас вести себя нормально на моем канале. Вы не услышите ни о чем. Ни о поддержке, ни в чью сторону, потому что я сама гражданка Грузии, не забывайте. И в ближайшем будущем буду гражданкой Турции. Я нахожусь на чужой территории, так что не надо меня компрометировать и провоцировать. Все, я на этом закончила, просто это все накапливалось, и не пишите мне на негатив, ничья сторона. Я вам не буду отвечать, я буду вас просто блокировать, потому что мне таких людей на канале не нужно. Все, я все сказала. Надеюсь, вы все правильно поняли. Всем пока и всего самого наилучшего. И любите друг друга, потому что не забывайте, что вы Божьи дети, и вы верите в Бога. И соблюдайте все истины, которые нам пропагандирует Бог.